Все было бесполезно. Спасибо тебе. Кто-то из сопротивления засел в башне над озером. Сектанты стреляют по ней из берега. Надеюсь, пока никого... Что происходит, Кир? Да где тебя носило? Дай руку. Наша дочь решила, что уже пора. Нет, 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 нет. У нас же была еще неделя. Ким, ты что? Ты мне руку сломаешь. Нужно сесть в машину. Давай, давай. Хватка, что надо. Ладно, 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 ладно. Давай. Садись за руль. Ну, едем! О, боже! Держи дверь, быстро! О, боже! Тихонько. Дай руку! Тихо, боже! Тихо. Гони! Моя рука! Так, на выезде поверни налево! Погнали! О, да! Отличный музон! Ник! Все будет хорошо! Помощник умеет водить! Давай! Веди! Кейси показал мне дыхательную технику! Ау! Ай! Моя рука! Что за херня? Что? Что там? Осторожно! Свиньи! К черту! Налево! Свиньи! На них! Можно сыграть в дорожную игру. Хочешь? Не очень. Тапку в пол! Ну! Хочешь увидеть свою крестницу?
как она прекрасна. Что ж, выходит, мне все же придется сменить название компании, да? Наверное, тебя все уже достали, но спасибо. За все, что ты для нас сделал. Если что нужно, обращайся. Ну что, поехали домой. Оставлю сообщение для доктора или акушерки. Я тут говорил с приятелем, Зипом Кубкой. Он говорит, что ЦРУ выпускает особые таблетки. Если жена примет одну, то родится мальчик. Вы слышали об этом? Перезвоните, ладно? Могу починить что угодно. Я это уже 100 раз слышала.
Хорошо, что многое можно отобрать у святош. Нужно беречь наши запасы. Концы с концами. Урожай пшеницы будет... чем в прошлом году. На повестке дня усиление орошения, но мелкие фермеры не смогут себе этого позволить без помощи властей.
Спасибо, что прогнал отсюда эдемщиков. К счастью, они не повредили ферму. Правда, они перебили почти весь скот. Но несколько коров разбрелось по полю. Сможешь вернуть их в загон? Нужно их слегка припугнуть. Кинуть в них камень, например, или шлепнуть по заднице. Они убегут. Но продолжай их запугивать, и они пойдут куда захочешь. Спасибо, что убил его. Говорят, у одного двинутого конспиролога ранчо под завязку забито взрывчаткой. Сопротивлению она бы ой как не помешала. Наконец-то! Хоть кому-то нужна истина! А, ты тоже ищешь справедливость? Да, я в курсе, кто ты. Ты помощник, и ты разворошил гнездо сектантов. От этой секты дурно пахнет, и ты знаешь, что я прав. Скажи это вместе со мной. Мы рабы правительства! Отлично. Контроль над разумом. Да-да, друг, это они и планировали. Ты это знаешь, я это знаю. А хочешь знать, как они это делают? Виновата еда. Но теперь уже нет. Мы с тобой отымеем правительство. Раком. Я Зип Кубка. Объясню все по пути. Погнали. Залезай, я поведу.
этого конца света не будет. Это все дьявольские уловки правительства. Нас хотят запугать, чтобы мы не поняли, что на самом деле происходит. Мы для правительства подопытные кролики. Усыновление. Химическое загрязнение, управление погодой, пестициды и всякое ГМО. Я тут покопался на складе и нашел бочки с этим варевом, которое мозги размягчает. Ты понимаешь, можно о чем передохнуть. Я? Плащ. О ней. Ты ладно. Знаешь, где меня искать? Пошли пешком. Скармливают ее животным, мы их поедаем и подчиняемся. Мы должны уничтожить этот инструмент для промывки мозгов. Из-за блажи почти все звери в округе Хоуп стали гомосеками. Я не гомофоб, просто говорю как есть. Твои яйца сейчас висят на волоске. Говоря мы, я имею в виду тебя. Я слишком люблю животных, чтобы их убивать. Да-да, помощник, я говорю об эвтаназии. Только так. Они все должны умереть. Вон они. О, милые ангелочки. Это для общего блага.
существо! Спи спокойно! Ведут коров! Райан, Дэйви! Райан, Дэйви! Чина! Нет! Назад, коровы! Бегите! Бедные животные сегодня заплатили жизнями за нашу свободу. Они герои и патриоты. Мы не забудем их жертву. История учит нас, что победа не обходится без трагедий. Это так. Ну, пора за дело. А что за дело, спросишь ты? Старая золотая шахта. Именно оттуда правительство получает финансирование. Да! Ты думал, она закрыта? Ведь так сказало правительство! Какой дебил верит правительству? Говорю тебе, все взаимосвязано. Там внизу в 10 раз больше, чем в Форт-Ноксе. Мы уничтожим эту империю глобалистов и вернем Америку людям! Эти демоны вечно говорят о коллапсе. Устроим им коллапс. Возьми эти термитные заряды, почти такими же взорвали башню 7. Прикрепи их везде, где нужно, там поймешь, а потом... Когти рви, все взорви! Бум! Что? Меня ждешь? Черт, я на пенсии. Мне хватило того дерьма, что только что произошло.
грузовик. Только что промчался грузовик, полный этих демонов. Скоро будут у тебя. Не дай им обезвредить бомбы. У них все с собой. Осторожно, здесь взрывчатка. Разделиться и деактивировать ее. Живо! Меняю позицию.
булки и смотри, как вершится настоящее правосудие! Ты чертов герой Америки! Заговор мировой элиты раскрыт! Мы отвоевали наш разум! Мужественные американцы дали по зубам! Способны! Мы первопроходцы, и мы остаемся продаж. Владельцы пояснили, что это обусловлено растущей популярностью.